Что вас беспокоит? Да вот горло что-то болит. Началось плохое самочувствие. Ну, давайте посмотрим. Можно вашу ручку? Болит горло, высокое давление или нужно поставить укол? Если в таком случае жители города идут в поликлинику, то селяне отправляются в местный ФАП. Ранее на это здание нельзя было взглянуть без слез. Холодные кабинеты, старая мебель, где-то даже отвалившаяся штукатурка. Ремонта здесь не было с 70-х годов. При этом тысячам жителей села Покровского при первом же недомогании приходилось идти сюда. Теперь теплые и светлые кабинеты стали настоящим новогодним подарком для селян. Фельдшерско-акушерский пункт попал в краевую программу модернизации первичного звена здравоохранения. Для большего удобства пациентов и медперсонала в старом здании провели перепланировку, обновили все коммуникации и провели косметический ремонт. Ремонт здесь был, я не знаю, меня, наверное, на свете не было еще. Вот сегодня прихожу, как просто построили. Здесь совсем, да, что-то новое как будто построили. Я даже не ожидала, что оно длиннее стало и больше. Оглядела пока таким быстрым взглядом и представляю, как теперь будет удобно медицинскому персоналу принимать пациентов и работать в современных комфортных условиях. И для нас, жителей села, тоже большая возможность получить первичную медицинскую помощь. В медучреждение закупили современную мебель, а также обновили фасад и кровлю. Первичная помощь, помощь на селе, она нам очень важна всем. Я сама являюсь больной, онкологической больной. И иногда даже не в состоянии поехать в Ставрополь. Вот, те же обезболивающие, тот же получите консультацию доктора. И доктора к нам сейчас приезжают, и наши фельдшера молодцы, девчонки. В обновленном здании специалисты продолжат вести хронических больных, проводить диспансеризацию и принимать пациентов с острыми заболеваниями. Очень приятно стало работать, комфортно, приятно приходить на работу, обновлена мебель. Ну, то есть все для нашего комфорта сделано. Каждый месяц к нам выезжает бригада врачей. Это невропатологи, хирурги. То есть мы собираем людей, они их осматривают, мы на месте можем брать анализы. В этом году в Красногвардейском округе также отремонтировали районную поликлинику и две амбулатории. И уже построили планы на 2023 год. А тем временем растущее качество медобслуживания привлекает на село все больше молодых специалистов. За программу «Земский доктор» у нас принято более 30 специалистов. В этом году у нас 4 врача и 1 фельдшер прошли по программе. Это большой плюс нашему лечебному учреждению. Уже сегодня нам звонят врачи-специалисты из Ростовской области, Волгоградской области. Вот. Некоторые приезжали на собеседование. Я так думаю, что они вернутся в следующем году, будут работать в нашем лечебном учреждении. А на открытии ФАПа побывали Виктория Шкальная и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.